night, spooky trail. That's another day in hell. It ain't hard to fucking tell. Cold casket with my nails rotted. Всем привет, вы на канале Смодели. Сегодня я вас научу редактировать текстуру LFS в формате DDS. Также данный способ подойдет для других игр, где используется формат текстуры DDS. Приятного просмотра и погнали. Итак, для начала нам с вами нужно будет скачать DDS плагин для Photoshop, ссылочка на который будет в описании. Переходим по ссылочке, вас перебрасывает на сайт NVIDIA. Тут мы качаем для 32-битной системы, либо же 64-битной, в моем случае 64 бита. Итак, плагин скачался, открываем, нажимаем «Далее», принимаем условия. Тут мы с вами вписываем имя вашего пользователя, можно вписать любые закорючки цифры, я вписываю это. Организацию обязательно, вот имя организацию это обязательно, email это не обязательно. Допустим, я ввожу так. Тут мы ставим no thanks. Нажимаем next. Далее же вас приветствует обычное окно установки. Тут ничего особенного нет, тут выбираете вашу директорию с фотошопом, она, возможно, автоматически определится. Просто нажимаете «Далее» и устанавливаете. Я этого делать не буду, так как у меня данный плагин установлен. После завершения установки вам просто напишет, что, возможно, вы хотите запустить фотошоп, и все. В общем, ничего больше не будет. Установив плагин, мы с вами переходим в фотошоп. Теперь нам с вами нужно зайти в директорию с вашей игрой. Заходим в LFS. Тут папка «Data» и папка «DDS». «DDS» — это папка, где хранятся все текстуры, которые используются игрой. Допустим, я хочу изменить интерьер автомобиля XRT. Вводим XR. Вот интерьер XRT. Открыли. Как видим, у нас все хорошо открылось, все работает. Теперь я покажу вам на примере изменения вот этой медиапанели и задних фар. Итак, что-то вот такое у нас получилось с фарами. Итак, давайте ляпнем сюда пожилого колывана, чтобы во время стартухи он за вами наблюдал. Теперь давайте все это дело мы с вами сохраним. Сохраняем, допустим, сначала на рабочий стол. Сохраняем. Тут выбираем с вами DDS формат. Так, тут начинается самое интересное. Тут мы с вами выбираем No Map Maps. Почему же? Если коротко и понятно, то карта нормали это второстепенная текстура, которая накладывается поверх основной и придает материал конкретное ощущение рельефа. На данный момент карта нормали не поддерживается в LFS, но возможно, что после следующего глобального обновления, где добавят поддержку DirectX 11, будет полная поддержка карт нормалей. Тут мы с вами выбираем формат DXT 3. XSplit Alpha. И больше мы с вами ничего не трогаем. Нажимаем Save. Текстура у нас теперь с вами на рабочем столе. Итак, теперь мы с вами можем закинуть данную текстуру в папку с текстурами вашей LFS. Переходим опять в папку с LFS. Текстура. Так. И перекидываем сюда. Заменяем.